А на ближнем плане горы Юца, Джуца, Золотой Курган, вдали полоска заснеженных вершин Центрального Кавказа. У Лермонтова есть строчки: кругом, налево и направо, как бы остатки пирамид, подъемлись к небу величаво. Гора из-за горы глядит, и далее царь их пятиглавый, туманный сизо-голубой, пугает чудной вышиной. Но это чудной вышиной как раз нас Бештау пугает, и уже за 60 километров, когда назад будем возвращаться, 3 километра. Строить его начали еще до Великой Отечественной войны, это была ударная комсомольская стройка. Закончили, завершили строительство канала уже 50-е годы. Ну а построили канал, чтобы оросить наиболее засушливые районы Ставропольского края. Как только эти земли отошли к России в 16 веке, тут же Турция нам объявила войну, потому что до этого турки безжалостно грабили эти княжества, забирали в плен местных красавиц в свои султанские гаремы, местных джигитов делали из них своих рабов, и вообще работорговля на Черноморском побережье Кавказа процветала. А тут русские стали на защиту этих земель, стали строить редуты, стали заселять казаков. Туркам этот альянс не по нраву пришелся, и Турция уже объявила войну нам. Началась, потому что здесь смешанное население, и казаки православные, и тут же черкесы, адыги, которые исповедуют религию ислам. В мире и дружбе, и в согласии живут представители разных религиозных верований. Ну а сейчас мы увидим еще одно озеро здесь, за поселочком. Малое Черкесское соленое озеро. Там мы водохранилище проехали. А это естественное Малое Черкесское соленое озеро. Концентрация здесь солей 45 грамм соли на литр воды. Ну, небольшое озеро, 140 гектаров. И неглубокое, 1,5-2 метра. Но оно сероводородное. И когда в нашу сторону ветер из озера дует, в салоне появляется неприятнейший запах сероводорода. А на дне озера залегают черные еловые грязи, целебные грязи, но она здесь не используется. Причина в том, что здесь нет курортного городка рядом, а к нам в Пятигорск возить грязь далеко, это будет дорого стоить. И у нас мы черпаем черную еловую грязь из другого озера, из озера Тамбукан. Оно поблизости от нас, там 10 километрах, вот там мы его добываем. Здесь не построена грязедобывающая машина. Местные приходят сюда, к этому озеру, добывать соль для своего скота. А грязь целебная здесь не добывается. Вот такие грязевые озера образовались еще в ту пору, когда возникли горы Кавказа. Еще до появления Кавказских гор здесь катил в свои воды древний океан Тетис. Мы еще называем его Всемирным океаном. Миллионы лет на дне океана слагались осадочные породы. Учебное заведение. Строили его, по-моему, более 15 лет. Но вот уже видно, что явно наружные работы завершены. Я не знаю, будет в этом году уже, вступит в строй это учебное заведение или нет. Но уже строительство явно к концу подходит. Такого особого фанатизма с правлением мусульманских обрядов мы здесь не наблюдаем, потому что смешение религий, потому что в одной семье могут и мусульмане, и христиане жить. Ну вот какие обычаи они очень строго, неукоснительно исполняют мусульманские. Они не едят свинину. Сегодня ни в одном общепитии мы нигде свинины не увидим. Может быть, они кто-то и ест свинину, но никто этого не знает. Это делается тайно, чтобы не осудили односельчане и горожане, и знакомые. Так что свинину мы сегодня, блюдо свинины нигде не увидим. Истинный мусульманин 5 раз в день должен совершать намаз. Если мы везем, допустим, из Арабских Эмиратов людей, пробил час намаза, они требуют остановить автобус, выходят из автобуса на колени, и бьют поклоны, и определенную молитву читают. Среди местных черкесов, ну, крайне редко, кто 5 раз в день совершает намаз.
Если русская девушка выходит замуж за черкеса, ей не обязательно становиться мусульманкой. Она просто уважительно должна относиться к тем обычаям, которые в этом доме царят. Например, если семья держит пост, они могут и не держать пост, у нас ведь тоже не все постятся, хотя мы православные христиане. Так и у них, если семья держит пост, а у них пост совсем более строгий, чем у нас. У них во время поста не только нельзя есть, вообще ничего нельзя. У нас что-то можно есть, что-то нельзя. У них вообще ничего нельзя ни пить, ни есть. Даже слюну нельзя глотать в течение всего светового дня. А это если жара, если август месяц. И с полчетвертого утра до полдевятого, там до восьми вечера, ни глотка воды, ни крошки еды во рту не должно быть. И вот если христианка в этой семье живет, она не должна смущать едой домочадцев, которые держат пост. Где-то больше веков не осталось, то ли Кубань не туда потекла. Но действительно, я вам говорила, что изначально Кубань несла свои воды в сторону Черного моря. Но когда строили большой Ставропольский канал, русло Кубани изменили, и сейчас оно несет воды в сторону Азовского моря. А вот справа микрорайон, где многоэтажки, там этот микрорайон строили москвичи, когда они в советские времена задумали здесь выращивать для москвичей помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский перец, зелень, укроп, там, петрушку, кинзу. Вот представьте, отсюда до Москвы 1700 километров. Везут не авиапочтой, а по автостраде огромные машины-рефрижераторы. При нынешних ценах на горючее рентабельно или нет такие километры возить продукцию? Но возят ее, и это кому-то выгодно, потому что это очень процветающее предприятие. Мы сейчас его проезжаем по правую сторону. Когда его построили, это тепличное хозяйство, газета «Известия» писала, что построен крупнейший огород Европы. 144 гектара площадь теплиц. Рабочая машина, чтобы проехать каждую теплицу, проезжает 25 километров. Вот такой-то гигант. 40 тысяч тонн овощей в год поставляет предприятие. Львиная доля уходит в Москву. Часть остается в республике, а часть к нам на комбинаты поступает. Так что если на наших рынках вы увидите помидоры из Черкесска, вам скажут, ну это помидоры из Черкесска. Значит, вот с этого хозяйства. Здесь самые новейшие технологии используются. Например, шмелевое опыление. Шмеля специально из Израиля сюда привозят. Считается более эффективное. Капельное орошение. Когда не сверху культуру поливают, а прямо по капелькам, по трубам, корешкам подходит вода. И уже сдобренная пакетом микроудобрений элементов. Все это компьютеризировано. Единственная котельня обогревает весь огромный этот комплекс. Но мощность котельни такова, что она могла бы дать тепло городу с населением 40 тысяч человек. Практически весь город Карачаевск, одна котельня это могла бы отапливать. Сейчас стали здесь выращивать розы штамбовые, как из Голландии мы привозим. И землянику. Большие зарплаты получают сотрудники, ну и руководство стимулирует работу своих работников. В конце года подводят итоги работы комбината, выбирается лучший сотрудник, и производительность которого самая высокая, дарит ему иномарку. Каждый год по одной машине лучшему своему сотруднику дарит руководство. Вот так речку. 960 километров длина Кубани с Эльбруса до Азовского моря. Матушка и кормилица испокон веку эту речку называют. Это и рыбные угодья, и пойменные луга, и плавали когда-то в низовьях Кубани. Но русло ее порожисто, трудно доступно для судоходства. Один из местных ногайских поэтов так воспел эту речку. Со снежного Эльбруса в светлую рань стекает звенящую струйкой Кубань. В окне из расселенных тот горный поток, другой собирается мощный поток, течет по уступам, бросается вниз,
Кубань моя песня, Кубань моя жизнь. Рассветные камни и скалы беря, Кубань прорывается с гор на поля. А к ней на подмогу светла и горда из темных ущелий спешит теперда. Течет величавая, в радуге брызг, Кубань моя песня, Кубань моя жизнь. Вот рассветные скалы перед нами сейчас справа. Это второй на нашем пути хребет. Хребет скалистый, немножечко выше предыдущего. Высшая точка скалистого хребта — гора Каракая на высоте. Это высота 3500. Здесь таких, этой горы мы не увидим. Первые три хребта, лесистые, пастбищные, скалистые, сложены из мягких осадочных пород. Известняк должен быть белым, но он здесь красноватого цвета. Вода вымывает соли, содержащиеся в породе. Они выходят на поверхность и окисляются. Отсюда такой несколько ржавый цвет известняка. Время вытачивать в породе самые причудливые очертания. Вытачивает и вода, вытачивает и воздух, и ветер. Зимой вода, замерзая в трещинах, расширяет их. И вот почему вокруг скалистого хребта много пещер, и человек с богатым воображением может какие-то интересные фигуры, выточенные природой, увидеть в отрогах скалистого хребта. И несколько населенных пунктов, шахтерские поселочки. Здесь когда-то добывали, сейчас добывают уголь невысокой калорийности. А начали его добывать еще в 1829 году, когда первая экспедиция к Эльбрусу поднималась на Эльбрус, а спускались они вот этой долиной. Среди них был Джованни Бернардаци, и ему было, и он обратил внимание местных властей, что здесь есть, оказывается, выходы каменных углей на поверхность. С его легкой руки началась добыча углей. По сей день она происходит. Уголь невысокой калорийности используется для местных нужд. Но в те времена, в 1829 году, наш курорт Пятигорск только в зачатии был еще. Только первые курортники приезжали, отапливали дома, свои турлучные дома, дровами, которые рубили на горе Машук. И вот когда здесь обнаружили уголь, отсюда было предписано запретить рубить деревья на горе Машук у нас. И отсюда возили телегами вот эти 150 километров уголь новый развивающийся курорт Пятигорск. Видите, с какими сложностями приходилось сталкиваться прародителям нашего курорта. Следующее село носит имя известного осетинского поэта Коста Хитогурова. А Хитогуров — это осетинский поэт. А Осетия — это восточный Кавказ, а мы на запад едем. В 19 веке группа осетин пришла сюда в поисках лучшей доли, лучшей земли. Среди них был и отец будущего поэта Ливан Хитогуров со своим сынишкой. Он отдал его в Ставропольскую гимназию, затем в Петербургскую академию художеств. Получив образование, Хитогуров возвращается сюда и здесь пишет свои стихи в местную газету. Несколько пафосно у него поэзия, например, такие строчки. «Я счастья не знал, но я готов свободу, которую привык как счастьем дорожить, отдать за шаг один, который бы народу я мог когда-нибудь к свободе проложить». Умер Хитогуров в возрасте 40 лет от туберкулеза. Многочисленные лишения с детства подорвали здоровье осетинского поэта. У нас в Пятигорске поставлен около здания администрации бюст Хитогурова, улица носит его имя. Ну а здесь поселочек, и живут осетины. Осетия у нас христианская республика. Ну вот здесь осетины вперемешку с мусульманами. Еще когда Коста Хитогуров был ребенком, мы его часто видели на горе Шуани. Сейчас эту гору мы будем проезжать. Здесь уже заканчивается скалистый хребет. И вот первая гора, которая будет у нас на пути, именно гора бокового хребта, это будет гора Шуана. Шуана в переводе — седло. Еще ее пока не видно, я о ней расскажу. Седло. Верхушка Шуаны напоминает седлообразную форму.
Ну вот отсюда и название этой горы. Шуана. У подножья этой горы когда-то располагался мужской монастырь. Так вот, монахи этого монастыря на вершине Шуаны высадили 200 тисовых деревьев. Вот впереди уже показалась эта гора, она как-то обособлена от хребта, выросла. Гнейсы, базальты, гранит – это не такие мягкие известняки. Это уже более темного, серого цвета породы. Это и есть боковой хребет. Эльбрус на боковом хребте, еще раз повторяю. И вот те снежные вершины, что из Пятигорска мы видели, это все был боковой хребет. Вот она впереди, справа Шуана. Монастыря сейчас нет. Но наверху остались эти диориктовые деревья, занесенные в Красную книгу. Тис из породы красного дерева. Тонет в воде, его еще называют железным деревом. Не поддается гниению. Тисы долгожители. Есть тисы, которым несколько тысяч лет. 4-5 тысяч лет. Не случайно некоторые саркофаги египетских пирамид изготавливались из тисового дерева. Тисы... Мы сегодня близко тисов не увидим. Это вечно зеленое дерево, мягкая хвоя и мелкие краски. Либо с мясом они для себя и с травами делают, и отдельно с сыром, и отдельно здесь был вариант картошка с сыром. Вот хычина, одно из первых блюд. Конечно, можно и ничего не пробовать, не есть. Но узнать о народе, не отведать что-то из блюд национальной кухни, это все равно, что ничего не узнать об этом народе. Карачаевцы, народ тюркоязычный. А у нас многие тюркские народы. И кухня знакома многим из вас. Но здесь сегодня, что бы вы ни попробовали, все будет экологически чистым. Ну вот видите, так здесь вот эти чаи, которые сборы чаев вам предлагают. Вы смотрите, внимательно читайте, что там написано в этих чаях. Потому что вот сейчас попробовал стаканчик наша туристка, и плохо стало, потому что у некоторых аллергия на определенные растения есть. Поэтому перед тем, как сбор чая покупать, вы обязательно прочитайте, что там написано. Знакомы ли вам травы? Если не знакомы, лучше не брать этот сбор. Сейчас я вам покажу дорогу в Пятигорск. Причем более короткий путь. Мы проехали с вами 160 километров. А отсюда до Пятигорска 126. Вот у светофора это написано. Информация. Налево пошла дорога и туда вверх в горы. Это перевал Кумбаши. Великолепнейшая дорога, идет серпантин, живописнейший, по горам, наверху панорама просто обалденная, Эльбруса, снежных вершин, поднимается автобус, поднимается дорога на высоту 2500, а потом спускается вниз и вы выезжаете прямо в Кисловодск. К сожалению, официально эта дорога для туристического транспорта закрыта, а на своей машине вы можете вполне по ней ехать в Донбай. Так что, если соберетесь в Донбай, именно через перевал, через Кисловодск. Справа мы проехали мемориал репрессированным карачаевцам. В 43-м году все карачаевцев признали врагами народа, выселили на 13 лет. А этот городок отдали грузинам. Они назвали его Клухори. Когда через 13 лет их реабилитировали, сказали, что это была ошибка, их вернули сюда. Грузины не стали отстаивать эти территории, они тихо, мирно ушли туда, за горы, к себе в Грузию, оставив этот городок местным жителям. Карачаевск. Высота здесь 850 метров над уровнем моря. Население городка 40 тысяч. Окружен отрогами бокового хребта. Сейчас мы две речки увидим. Справа будет речка Теберда, а слева Теберда впадает в Кубань. И больше мы Кубани уже до конца, до Донбая не увидим. Видите, какого другого цвета Теберда? Более нежного, бирюзового цвета. Городок 40 тысяч. Население, скучная мечеть предваряет въезд в город. Несколько промышленных предприятий в городе. Это авторемонтный машиноремонтный завод и пивоваренный. Так что, если будете пробовать пиво, как раз оно здесь и готовится, живое пиво здесь варит. Здесь есть, несмотря на маленький городок, есть педагогический государственный университет, кузница кадров национальной интеллигенции. Готовит учка, и в кафешке вы сможете на обед покушать форель, запеченную на углях. Именно форель речную, ее называют самая сильная рыбка. Ну вот пока вы ее будете
речка Тибердо и Тибердинская долина. Я все-таки про Ирана вам расскажу историю. Значит, князь украл невесту. Кража невесты — дело обычное по сей день на Кавказе. Об этом я еще буду вам рассказывать. Но поскольку девушка была российской гражданкой, тут же ее спутники поспешили в полицию сообщением, что похищена русская подданная. И над князем нависает угроза уголовного расследования. Но девушка предлагает компромисс. Она говорит, что если князь ее отпустит и даст рецепт приготовления айрана, она заберет заявление из полиции, не будет возбуждать уголовное дело. Но князь не стал обозрять ситуацию, он ее отпустил. Она уже не вспоминала про айрана, но он не дал ей рецепт айрана. Она так была счастлива, что насильно не сделали ее женой князя, что она скорее спутников подхватила, и уехали они в Москву. А уже в Москве в ходе лабораторных экспериментов Ирина готовит напиток. Вроде и похожий на айран, но несколько более мягкий, нежный получился напиток. Собрали дегустационный совет и решили, что напиток настолько вкусен, что нужно его пустить в продажу. Но это был уже другой напиток, не айран. Дали ему название «Наслаждение», только по-арабски. А в переводе на арабский слово «наслаждение» звучит как «кейф», «кейфовать». Вот отсюда и пошло название. Кефир от слова «кейф» – «наслаждение». Так что с тех самых пор, с начала 20 века, мы с вами наслаждаемся кефиром, а местные по-прежнему пьют айран, который улучшает микрофлору кишечника, прекрасное средство против жажды. Если мясо замариновать в айране, более нежным будет, тесто замесить на айране более пышным. Так что во многих национальных блюдах они используют айран. Кто вот заказал манты, будут поливать соусом, тузлук называется. Для себя они очень острый делают соус, перченый там с чесночком. Ну, вам, хозяйка, не будет сильно острый делать, потому что у нас в основном курортники с разными желудочно-кишечными заболеваниями. Нам острый нельзя, поэтому она такой легкий соус делает. Он был построен, по сей день сохранился, Сента в переводе «святой», храм всех святых, это впереди справа. Такой же крестово-купольный храм, сейчас мы подъедем настолько близко, что вы его, кто справа сидят, вы успеете сфотографировать на фоне голубого неба. Интересно, что в этом храме сентинском сохранились фрески, выполненные по мокрой штукатурке, это византийская школа письма. Откуда здесь Византия? А я говорила, что здесь вот эту дорогу строили на месте Великого Шелкового Пути. Оттуда, из Черного моря проходила эта знаменитая дорога древности, Великий Шелковый Путь. Шли сюда оттуда из Турции, и из Китая, из Индии купцы, везли товары на верблюдах. Так вот, Турция — это бывшая Византия. В Турции есть Софийский собор 6 века. Вот сейчас близко можно сфотографировать. Софийский собор 6 века. Так в Софийском соборе такие же фрески, как и в этом храме. Этот храм 9 века, Софийский собор 6. Это фрески, выполненные по мокрой штукатурке. А вот здесь пустующее строение внизу справа. Внизу справа это бывший женский монастырь. Нет его сейчас, монахи нет, монастырь пустует, да и храм тоже не действующий, не реставрированный, хотя ему 1100 лет. Около 40 подобных храмов здесь когда-то располагалось. Не именно в этом месте, а вообще вот здесь, на Северном Кавказе. И до сегодняшнего дня не все они досуществовали. Где-то рука врагов, где-то рука времени не пощадила их. Ну, хотя бы мельком взглянуть на такую древность. Это интересная возможность соприкоснуться с первым христианством здесь, на землях Северного Кавказа. И вот первые семена христианства сюда пришли еще в первом веке, благодаря апостольской деятельности святых. Андрей Каракель, Кара Черная, Черное озеро. Глубина озера 8 метров. Ну, вода здесь даже в самое жаркое лето 18 градусов, а сейчас градусов, наверное, 14. Потому что все, уже началась осень, ночью уже до нуля падает ночью температура, поэтому озеро достаточно холодное. Те, кто поднимется на 3.12, смогут сверху вниз увидеть озеро Павлиний глаз. Но это нужно будет прогуляться туда, пройти не каждый может. На высоте 3.12 совершать еще какие-то небольшие
прогулки, восхождения, это нагрузка на организм, поэтому сильно я не буду вас активизировать наверх. Лучше спокойно отдохнуть, чтобы голова не разболелась на больших высотах. Но спускаться мы будем вот этой же гондолой, которая построена по российской технологии Гобельвай на первый уровень 2006 года. Мы на высоте 2277, высота сзади вас вот тут нарисована указана. Еще хотела я вам показать спущую красавицу, вершину Сулахат. Отожми немножечко в сторону вот сюда, к этому строению, и посмотрели на опору канатной дороги. Прямо над ней лежит женщина на спине. Профиль ее можно увидеть. Вот сюда. Вот она прямо начинается, как профессия. Справа голова, слева нога. Вершина называется Сулахат. А ниже ее и квадрат. Дальше идут облака. Да, на ближнем плане ледник двуязычный. Левее вершина Алибек. Порцок, остренькая вершина. Дальше алибекский ледник. Пикап. А вот поближе к нам на ближнем плане облачко, приверхнутая вершина белого каля. Уже разбирали строчки, посвященные этой вершине. И он писал, там в туманной дали, бастионом стоит, синеглавая белого кая. Белого кая в переводе полосатая гора. Она изрезана жилами кварца. Видите, полоска белая, серая. Ну, немножечко принакрыла. Высота этой горы 2800. А сейчас я вам покажу водопад. Аккуратно толщина снега и льда. Это уже вечные снега, мы их так называем. Значит, на обратном пути вы можете отсюда пройти к летающей тарелке. Как к ней идти, я сейчас вам скажу. Называется Дамбай-Узен. 4810 метров. 447. Вот где нет травки, это все лыжная трасса. Специально бульдозеры разливают, убирают все лишнее. Так вот, опустится. Высоте 3.12.
А вот вам лично показываю, ребята. Значит, наверху мы будем всего 15 минут, потом спустимся вниз, здесь около часа можно будет погулять. Грузию, наверное, сегодня не увидим, потому что вот там, где самое низкое место, там хорошую погоду, бывает сверху, видны горы Грузии. Самая высокая вершина вот она уходит в точку. Называется Дамбай-Вугин. И по трезубу высота ее 4047 метров. Все остальные горы ниже. Садимся. Уже другая гора в системе главного хребта. Туда мы уже точно не пойдем пешком. Для начала, чтобы адаптироваться, прошли вот туда налево. Смотровая площадочка. И там посмотрим, как раньше пешком ходили в Грузию. Не Эльбруса не видно, не Грузии. У меня там облака и здесь. Здесь у нас Эльбрус прячется в тучках, а там Грузия. Так, чтобы на Тридрисе подняться, это пешочком наверх. Пока давайте посмотрим, откуда мы ехали. Вот там смотровая площадочка. Ну вот здесь вы можете сфотографироваться в таком костюме митинга, да? Справа другая речка, она впадает в Тиберду. Это справа внизу речка Ганачхир. Вот по долине Ганачхира проходила знаменитая дорога древности. Великие шелковые пучные караваны, груженные тончайшим китайским фарфором, шелком, пряностями. А караваны шли оттуда, с Черного моря, через Крушевский перевал. Позднее на месте этого караванного пути построили дорогу, об этом я рассказывала, дорогу в Сухуми, но просуществовала на 4 года, была разрушена снежными лавинами. В советские времена вот здесь можно было проехать машиной, здесь асфальтирована дорога 20 километров вдоль речки Ганачхир, доехать до Форелевого озера, по дороге доехать до Северного приюта, а потом пешочком. 3 дня и вы на Черном море. Сейчас не то, что по этой речке мы проехать не можем. А дороги, вы видели, шлагбаум стоит прямо сразу рядом с дорогой. Потому что вся эта территория считается приграничной. Пофотографировали вот эти вот ущелья реки Ганачхир и Тибердинскую долину. Перед вами справа это боковой хребет. Из Пятигорска мы видели Эльбрус на боковом хребте, но мы с вами были на той стороне. Северный Кавказ, с той стороны мы этот хребет и Эльбрус видели. Эльбрус мы сегодня не увидим, все-все здесь уже затянуло облаками. Теперь посмотрели назад, и самое низкое место, а вот и горы Грузии показались. Видите, вот где самое низкое место, там грузинская вершина голубая. Это уже Грузия, Грузия Малый Кавказ, там не такие высокие горы. Поэтому только вот с этого уровня, с высоты 3200 мы можем кусочек Грузии увидеть. На Эльбрус поедете, там целый ряд вершин можно грузинских увидеть. Вершина Лебеж, Тавлер, Дворога, Лужба, Горда, Сванети. Но на Эльбрусе вы не на 3200 будете подниматься, а на 3900, почти на 4 километра. Значит, посмотрите, прошел час. Мы с вами даже немножечко больше, час 10, мы уже везде останавливались. Вот почему я говорила, час нам на спуск надо. Но если хотите где-то задержаться, значит раньше. Здесь у вас свободное время. Хотите пошутить? Ходник или коварный хребет, просто снежных лавинах. У горы есть несколько вершин. Вот такая небольшая вершина, 3.12, это 3.50. Если у вас останется время, и вы нормально акклиматизируетесь, вы можете подняться пешочком вот к этим антеннам. Посмотрите вниз от антенн озеро Павлиний Глаз. Маленько, но не близко вы не подойдете, оно сверху вниз, но глубокое, 5 метров глубиной. Озеро Павлиний Глаз, но это нужно подняться вверх, и не все могут это сделать. Одышка, сердцебиение, но кто захочет, пожалуйста. Кафешек масса, но туалет только один. Вот он, посмотрите, внизу. 20 рублей. Вот такой экзотический. Так что хотите...
привет.